Народно-демократическая патриотическая партия АУЛ на системной основе продвигает идеи сохранения духовных и семейных ценностей. Эту тему вновь обсудили в Мангистауской области. На встрече с представителями интеллигенции председатель партии Али Бектаев сообщил, что разрабатывается специальная концепция сохранения семейных ценностей с учетом мнений казахстанцев. Мангистауская область богата древними артефактами и историческими памятниками. Местные жители особо придерживаются исконных традиций. Это одна из причин, по которой председатель партии АУЛ приехал в Мангистау. Цель визита – распространение значения и важности национальных традиций, передаваемых с поколения в поколение. На встрече, в которой приняли участие известные поэты, писатели и драматурги региона, обсуждалась необходимость возвращения к главному богатству нации, ее ценностям для будущих поколений. Когда какое-либо государство формирует собственную национальную идеологию, приоритет должен отдаваться национальным ценностям, потому что национальные ценности – гарантия независимости. Это о жизни в гармонии с настоящим и сохранении этих ценностей. Считаю, что партия в этом плане ведет мудрую и грамотную политику. Ядро национальных ценностей сохранено в селах. Для их популяризации партия уже 4 года проводит онлайн-литературный конкурс «Аул Алтын Тогрым». В этом году были отобраны лучшие произведения и изданы 3 тома «Алтын Тогыр». Сборник лучших произведений будет бесплатно роздан в республиканские и районные библиотеки. Сегодня в приоритете партии также пропаганда семейных традиций. Если мы хотим быть сильной, духовно богатой нацией, нам нужно формировать нашу духовность. Просвещение детей нужно начинать в семье. Прекрасные семейные ценности есть не только у казахов, но и любого другого народа. Мы почитаем такие вещи, как уважение к старшим, к родителям, к главному в доме, примирение с соседом и проявляем большое уважение к гостю. Взгляд на жизнь, вся жизненная философия начинается с семьи. Сохранение семейных ценностей – дело всей нации, поэтому председатель партии Али Бектаев подчеркнул важность взглядов интеллигенции, пропагандирующей нашу духовность и культуру. Это будет базой для будущей концепции. Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Актау, Хабар 24.